На сайте компании Google в разделе Android N Developer Preview появились OTA-образы новых вариантов прошивок для устройств фирменной линейки Nexus. Все устройства, начиная с Nexus 5, можно обновить до любой тестовой версии Android N через официальный сайт компании. Для этого нужно загрузить OTA-образ выбранной прошивки и провести установку на смартфон через ПК. Отличие нового метода заключается в том, что ранее тестовые прошивки размещались на сайте Google в чистом виде. Для установки такой системы все данные на устройстве нужно было удалить, а саму карту памяти отформатировать. Естественно, такой процесс вызывал массу неудобств, особенно если владельцем смартфона или планшета Nexus является не профессиональный разработчик, а пользователь-энтузиаст, для которого его мобильное устройство – верный ежедневный помощник, а не только площадка для рабочих экспериментов. С помощью OTA-образа можно провести обновление Android N до новой версии так, будто оно проходит в штатном режиме через сайт Google, то есть по воздуху. Такая перепрошивка не требует удаления данных с устройства, что гораздо удобнее, и не нужно ждать, пока появится доступное обновление через интернет.